В этом ролике вы увидите щенков, рожденных 4 марта 2018 года и их родителей. Это мальчик, окрас серо-белый или волчий. Родился 4 марта 2018 года. Глазки у мальчика голубые. Мальчик очень активный и любопытный. Ждет самого лучшего хозяина. Имеет очень красивую симметричную маску. Очень похож на свою мамочку Тессу Майю Тейсон. Девочки, окрас серо-белый или волчий. Родились 4 марта 2018 года. У девочек окрас глаз голубой. И, возможно, одна девочка имеет глазки голубой и карий. Мальчик, Северное Сияние, мистер Супер Приз, папа помета 4 марта 2018 года, великолепный кобель, великолепного экстерьера. Его предки произошли из питомника Инис Фри. Кобель на редкость приятный, симпатичный, очень ласковый. Немного флегматичный, ну, естественно, упрямый. Это Триша Майя Тейсон, мамочка помета 4 марта 2018 года. Окрас серо-белый или волчий. Очень ласковая, добрая сука.